Колесница? Ага. Так, мы пошли. Давай. Не, мы с Денисом здесь. Мы с Денисом здесь. Ну давай добей. Братик, все, у тебя все нормально? У меня? Да, ты давно не появлялся в Ютубе. Расскажи людям, как живешь. Жив порядок. Открыть не мог, привет. Просто банк мог открыть, потому что никогда не пользовался этой ебаной кнопкой. Вот женщина, не будете знать, кнопочки нажимаете, и все в порядок. У Марка налаживается от Филатова же электрическая колясочка. Да ладно. Да, братан, подгон будет серьезный. А когда? Электрическая коляска будет порядок. Ага. И обещал перед выборами. Перед выборами. Но за это я должен привести ему много человек, что поставили свою роспись. А зачем? Поэтому мне выдадут колясочку, братан. Ну мы поедем, поставим роспись. Базара нет. А когда? Вот, братан, когда будут выборы, какого числа выбора? Ну вот скоро, да? Хлебушка, дай сигарету. Да, их нет. Да, мы сами без сигарет. Ты же не куришь, я знаю. Не, братан. Я жена боксера. Все, брат. Дорогой. Слава Иисусу, братик, давай. Иисусу слава. Давай, братик, давай. Бог нас любит. Господь нас любит. По-любому. По-любому. Все, брат, поехал. Братик. Пепельница даже у него, видите? Братик, нет, это для инструмента. А, для инструмента? Да. Это, братан. Для Ютуба. Говори. Лучше пацанам уважуха. Помогите мне денежкой на инвалидную коляску электрическую. Инвалид всегда поможет. Все, братик, красавчик, давай. Все. Дмитрий Юрьевич уехал, он. Вы не видите, но он там уехал так, что ну его в баню. Со скоростью света, короче. Он был в этом приатбанке, мы шли. Они не знаю, чем там занимались. Ну, короче, нас так развеселили, что ну его в баню, люди добрые. Дайте ему там хлеба, печенья, если увидите пацана. Потому что он нуждается.